3060 Ti слабее 3060. Так. Алексей Кулич. Как Вилсаком собрал ПК по цене PS5? Здорово, ребята! Всем привет! Это я, Алекс. Я так понял, что это новая мета Ютуба — делать видосы про Вилсакома. Алексей Кулич. Помните, несколько лет назад был майнинговый кризис? Видеокарты стоили огромнейших денег. И бедные люди, иной раз от безысходности, просто переходили на такие штуки, как консоли. Как раз выходили Xbox Series X и S и PlayStation 5. Я, как бывший консольщик Sonyboy, сразу сказал: консоли не нужны, покупать их большого смысла нет, на них ничего интересного не выйдет, уступают они компьютерам во всем и стоят дорого. В те времена даже знаменитый Илюха Мэдисон, король Рунета, репостил мое видео про PlayStation о том, где я рассказывал, что не только киберпанк консоли тянут плохо, а в принципе все игры. Помните, тогда консольщики взбунтовались, что киберпанк работает у них плохо. Ну, мне, конечно же, пришлось поставить их тогда на место. Конечно, малютки, Алексей Кулич тогда был безусловно прав, и я тогда поддержал его отличное видео репостом. Поэтому я свой дед. Сука. Бля, мне нравится цитата Мэдисона, но это, скорее всего, было искусственным интеллектом. Мне очень нравится цитата Мэдисона, особенно вот эта вот цитата, которую недавно постил, типа: Наруто лучше Достоевского? Конечно. Я больше того скажу, если бы Наруто дрался с Достоевским, блять, это просто... Я не знаю, Дим Мэдисон охуенный, как его вообще хейтить можно? Сделал так. Смотрите, какой он красивый. Да, а вы подпишитесь и поставьте лайк именно сейчас, а также напишите комментарий, друзья. Конечно, многие мои зрители послушались меня и собрали себе отличный игровой ПК и наслаждаются по сей день. А консольным фанатам и тогда было что-то сложно объяснить, ведь как тут можно разглядеть объективность и правду, когда весь твой взор загораживает огромный геймпад, игровой пульт, а также дым от калика, который ты дуешь, сидя на диване и играя на своей консольке. Ну а впрочем, все оказалось полнейшей правдой. Единственный эксклюзив PlayStation 5, который не вышел на ПК или на PlayStation 4, это ремейк доисторической игры Demon's Souls. То есть прошло почти 3 года, а игр как не было, так их и нет. Цены в РФ просто безумные, 8000 за... А диск с новинкой — это абсолютнейшая норма. Ну и, посмотрев на все это безобразие, уже даже Вилсаком понял, что консоли — это абсолютно мертвое дело, и отправил своего прислужника Арсения со своего канала делать видео про компьютер по цене PlayStation 5. Видим, что средняя цена на плойку сейчас 45-47, короче, 50 тысяч рублей. Арсений, конечно, сделал свое дело на славу. Для начала рассказал малюткам, что RTX 3060 на 12 гигабайт быстрее, чем 3060 Ti. И, разумеется, NVIDIA RTX 3060, либо на худой конец 3060 Ti. Почему на худой конец? Потому что она вышла на год раньше, в 2020 году. Она немножко послабее, но там, знаете, так, типа, где-то Ti послабее, где-то 3060 послабее. Что, блять? Погоди, я... Подождите-ка, блядь. Так, окей, это реальное видео? Это реальное видео? Привет, меня зовут Арсений Петров, и на канале Вилсаком. Сегодня авитология возвращается с очень сложной задачей. Я даже не знаю, как с ней справиться. Мы будем покупать игровой компьютер по цене PlayStation 5. То есть до 50 тысяч рублей, но при этом не идя ни на какие компании. Блять, они ничему не научились. Типа, не стоит собирать на канале Вилсакома... Понимаете, у Вилсакома просто очень
интересная привычка собирать ПК из деталей, которые у него завалялись, а не из тех, которые стоило бы реально приобрести. Мы хотим мощную машину, понятное дело. Насколько я помню, в прошлый раз он ошибся с сокетом и взял не ту мать под процессор. Что-то такое. Без монитора, а, не, кулер или что-то такое. Но компьютер, на котором вы сможете играть во все плюс-минус актуальные. Антикризисная сборка была, да. Игры. Компьютер, на котором вы, возможно, даже сможете учиться работать и выполнять все свои повседневные задачи, но еще раз, стоить он должен не дороже полтоса. Предыдущим авитологи меня кинули на iPhone 13. Я вам больше скажу, я купил еще два iPhone 13, и меня тоже кинули. Скоро будет видос. 1000 рублей. Если вы хотите плойку с дисководом, это будет и того дороже, но мы посчитали, что все-таки искать альтернативу именно SSD-версии будет интереснее. А, то есть SSD-версия PlayStation 5, а есть дисководная версия. Это 4 две версии. 4 гига. То есть SSD как раз-таки было в этом, в SSD-версии, то есть не которая с дисководом, я понял. Чем пытаться там как-то... ну, вы поняли. Я пошел, значит, в CityLink. И вы можете выбрать... Есть HDD-версия PS5, оказывается. Абсолютно любой другой магазин, любой другой рынок, конфигуратор, все что угодно вообще, плюс-минус, я вам прям отвечаю, сборка с 3060 Ti и Core i5 10-го, плюс-минус там 11-го поколения, обойдется вам в 67 тысяч в моем случае, ну и я не знаю, там 60-70 тысяч рублей в вашем. И то, я взял самые днищенские, самые прям бичевые комплектующие. У меня видеокарта с одним кулером, то есть это какая-то мини-ПК-шная сборка. Почему мы выбираем именно это железо? Я вам сразу скажу, что я небольшой мастер по ПК, да? Я не вообще специалист в игровых компьютерах. У меня... Может быть, стоило найти специалиста. У меня дома что-то там стоит. Я открываю... У меня дома что-то там стоит. КС-очку. И на этом мои задачи заканчиваются. Сам я Xbox-овский фанат вообще, и мне больше ничего не нужно. Но я пообщался с коллегами, я общался с экспертами, со своими знакомыми, с людьми, которые действительно активно следят за этим рынком. Так. И они мне посоветовали вот именно такую конфигурацию. Мы будем ориентироваться на либо Ryzen 2600, 3600, либо на i5. 10-го, 11-го поколения. Нам нужно где-то 512 SSD, хотя на это мы упор особо делать не будем, потому что SSD вы купите сами, можно сделать это вообще за 2000 рублей. Но мы хотим 16 гигов оперативной памяти и, разумеется, NVIDIA RTX 3060, либо на худой конец 3060 Ti. Почему на худой конец? Потому что она вышла на год раньше, в 2020 году. Она немножко послабее, но там, знаете, так, типа, где-то Ti послабее, где-то 3060 послабее. Погодите, то есть, если вышло раньше, значит слабее. Они просто прочитали, что в 3060 12 ГБ памяти, а в 3060 8, а значит 3060 лучше. Ага. В играх типа Хогвартса, ага. Где 8 ГБ не хватает для норм графики. То есть, смотрите, если видеокарта вышла раньше, значит она хуже. То есть вот сейчас NVIDIA, она выпускает сначала самые мощные варианты, а потом уже идет там 4070, 4060. Значит, 4060, которая вышла позже, лучше, чем 4070, я, насколько я понимаю. То есть мне несколько кажется, что... Не, ну да, действительно, 3060 больше памяти, там, насколько я помню, 12 ГБ, а 3060 Ti у нее 8 гигабайт, но она мощнее. Ti, типа Titan. Ну, короче, вот такую конфигу я буду искать. Ну а играть на этом компе я буду, конечно же, в легендарную MMORPG Lineage 2, в которую мы, я помню, рубились еще подростками. Вот уже почти... Ну да. Ну бля, теперь ждем видос, типа Вилсаком опять обосрался. Давай уже не буду. Иди нахуй. Это только для стрима, чувак. Я не буду делать про это видос. Ну нахуй. Куча усиливающих характеристики предметов, с которыми просторы Эльмарадена уже не покажутся такими пугающими. А дополнительно вы еще получите. А, блять, реклама не закончилась. Ну да, под это. И можно собрать вот это. Да, и вот под этим я подразумеваю, что вы будете мне прям выкладку давать, вообще желательно со ссылками, с ценами, что сколько где стоит. Поэтому заходим на Авито, на наш любимый сайт, и по запросу игровой ПК можно сразу указать RTX 3060, но я сделаю просто игровой ПК,
Открою категорию «Системные блоки» и отмечу ценовой диапазон, ну, давайте от 40 до 50 тысяч рублей. Я не верю, что за 40 тысяч рублей возможно что-то здесь купить, поэтому сразу постараюсь все равно отрезать эти варианты, но тем не менее. И вот что у нас происходит. В среднем вы будете получать кучу вот таких вариантов. Вот Ryzen 5 3600, так, давайте посмотрим, что здесь у нас за видеокарта. Какая? Значит, Gigabyte Edge 6600. Это что? На этом моменте хочу попросить прощения у всех фанатов AMD. Значит, если вы хотите Radeon, аккордеон, там все что угодно, пожалуйста, я покупаю масс-маркет. То есть то, что я слышу на каждом углу. NVIDIA, Intel, вот эта вся история. Так. Я отвечаю, мне тоже самому больше нравится Ryzen. Но мы будем искать то, что чисто психологически не вызывает ни у кого сомнений. Сейчас, конечно, пока бояре-то мне настаканят, потому что это невозможно. Ты же не можешь угодить вообще никогда. Открываю первый компьютер. Значит, смотрите, выглядит все супер уверенно. i5 12-го поколения, 16 гигов оперативной памяти, 500 гигов SSD, 800-ваттный блок питания RTX 3060 продает Анастасия с рейтингом 5 за 41 990 рублей. Офигенная комплектуха, вообще просто бомба. Казалось бы, на этом можно остановиться, но цена с видеокартой 64 990 рублей. У Анастасии, видимо, особый бизнес, но она маркетолог, она знает, как привлечь внимание. Идем дальше. Кстати, там дохуя такого говорит. Дальше. Игровой компьютер Ryzen 2600X, RTX 3060. Чел собирает ПК по психологическому тесту. 12 гигов оперативной памяти. Юлия без звонков. Давайте ей, наверное, напишем. Здравствуйте, Юлия. У нас тут не совсем типичная связь. Блять, а когда уже сборка будет? За фотками и подробностями ВЛС Дмитрий. Он был в сети больше месяца назад. Но, может быть, сейчас он зайдет. Александр нам пишет и говорит: ПК всего лишь один месяц, работает прекрасно, из минусов могу отметить только то, что у видеокарты не крутятся пропеллеры. Ясно. Давайте я, может, вам на Авито... Алло, да, Анатолий, здрасте, да, мы подходим, вот, мил, к табаку. Все на связи, человек, он быстро берет трубку, это мы любим. Здрасте. Пробочки немножко задержались. Здрасте, Арсений. Очень приятно. Так, ну вот, да, все, как вы и описали. Что ж. Присаживайтесь. Это уже наш? Да. Как здорово. Хорошо. Евгений, давайте снимать тесты. Смотрите, значит, тесты работают. О, мышка хорошая. Это 703, да? 403. Тесты работают. Что еще мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть... Тесты работают. Сюда. И увидеть, что тут тоже все хорошо. Здесь тоже все хорошо, да? Блять, что, сука, какая же это хуйня? Ну, мы видим, что тесты работают. 1080. Здесь вроде все хорошо. 1650. И вот здесь тоже все неплохо. Смотрите, просто... Хорошо. Тесты запускаются. Все хорошо. Я даже не знаю, что еще спросить. Бля. Если люди приходят, торг какой-то возможен для них? Ну, зависит. Скорее, вот поэтому нет. Нет, да, это уже минимум. Да, когда есть возможность, можно, конечно, купить. Он у нас из компьютерного клуба, да, пришел? Ну, Trilogic, это официальный дистрибьютор. Но он не убит и ничего, у него все хорошо. Ну, а в принципе, что он стоял, достоял. Женя, давай открывать и смотреть. Вот мы сейчас откроем и посмотрим. Красиво, да? Неплохо, да, похоже. Ну, красивый. 650-ваттник. Похож на компьютер. Хороший. Похож на компьютер. Пошли. Он не ебет, да, что все это такое. Кулеры там работают? Вот. Ну, кулеры работают. Это самое главное. Все, хорошо. Давайте тогда мы его заберем. Переводом же можно на карту? Мне корпус нравится. То есть он симпатичный. У него, ну, корпус симпатичный. В отличие от того варианта, который мы на 3070 нашли, хотя бы есть какой-то дизайн. Хотя бы какие-то подсветки, да. Ну, что-то красиво светится, да. Вот что-то. Потому что тот выглядел совсем как такая коробочка. Ну, типа, знаете, чтобы было, ну, в нормальном видосе, да, он бы купил, там, протестировал игры, как они работают, посмотрел, как они на PS5 работают, да, то есть, ну, типа, такое видео, ну, просто он на 32 минуты, из которых он 25, блядь, сидит на Авито.
Поэтому, ну, я даже не... А, и мониторы, да, тоже... А сколько вот, допустим, вот этот монитор стоит? 13. 13? Вот этот монитор 27 дюймов? Который у Сенки? Ты, да похуй, какое разрешение, сколько герц. Вот этот? А вот этот сколько стоит? Блять, он даже не ебет, что за монитор? Да. Он 25, по-моему. А это Full HD 24, да, дюйма? 27. Это тоже 27? Да. Там просто 240 Гц. А этот сколько стоит? 44? 44. За 13? Да. Бомба. То есть, добавляя 13К, в принципе, можно собрать компьютер, плюс еще мышь, клавиатуру. А мышь, например, сколько стоит? 2000. 2000 за 403. Но они проводные все, да? Да. Да. За проводную 403 очень хорошая мышь. У меня такая была, отработала в КС-ке почти несколько дней в неделю, там по несколько часов, очень долго и до сих пор живая. Хорошая мышь, правда. Хороший моник вполне себе тоже. Это же MSI? MSI. Это... А, вот, нет. А, это что это? LG Ultra Gear. Это LG. Ёбаный рот. Дед, подскажи, как зовут девчушку, которая на анимации на донате суперчита? Очень миленькая, но не могу понять, откуда она. На анимации на донате суперчата? Блять, сука, я забыл. LG. Вот хороший, наверное. Вот тогда уже я не знаю. Хороший? То есть получается, 15 тысяч плюс этому компьютеру, да? 60 с лишним, вы получаете полную сборку, но осталось только клавиатуру купить, коврик и диван. А, блять, Астольфа, точно, анимация доната суперчата, прошу прощения, Астольфа, да, это не девочка. И это будет все равно дешевле, чем в магазине. Сори, просто я тупее, да, от этого GN видео. GN600B, вот, смотри, Жень, 21 770 рублей. Это у нас 13К, да? Да, за 13. Очень рад, что вы признали, очень рад, что вы хорошо все делаете, потому что мы позвонили другому чуваку, он такой: я вообще не знаю, что там. И вот каждый раз на авитологе, ну, если вы смотрели, вы видели, там каждый раз эта история. Ну что, Евгений, у нас есть компуктер. Вы всегда приятно с хорошими людьми, понимаешь? Ну, то есть это же не магазин в привычном понимании, это же не человек, который... Ой. Ну, вот он. Чтобы вам было лучше видно, мы же там не смогли его особо рассмотреть. Тот самый наш компьютер. Нравилось. Мне нравится, как там, блядь, жесткий диск закреплен, так сказать. Дед, пока посмотрим видос про Скрилекса. Он сейчас на хайпе. Хоть разбавим музычкой стримчанский. Авторских прав. Погоди, там... Да не-не-не, погоди. Погоди, там жесткий диск, что ли? Я не могу понять. Это жесткий диск, блять? Момент дела, и вообще, по-хорошему, если найдете его на Авито, я думаю, можете спокойно обращаться. Потому что человек приятный, рассказал нам предысторию, рассказал нам, как вообще к нему это все попадает. У него много приятных товаров. И я абсолютно не сомневаюсь, что человек, который получит этот системный блок, будет абсолютно счастлив не один день, как в случае с айфоном, вот, с Авито в прошлом выпуске, да, а намного-намного дольше, потому что это точно совершенно рабочая машина, с ней все хорошо, все тесты мы видели, даже запускать сейчас никакого смысла я не вижу. А может быть, мы игры на нем попробуем запустить и сравним с PS5? Ну, просто, как бы, типа, это ж игровой ПК, мы же сравниваем его с PS5, не? А, Витолог, вот почему он на Авито, окей. И самое приятное, что я хочу вам сказать. Этот компьютер мы разыгрываем. Все, что нужно сделать, это подписаться на наш телеграм-канал. Еще можно подписаться на мой, это для удачи, так сказать. И следить за постом с конкурсом. Там будут все правила, там все очень легко, приятно поучаствуйте, выиграйте, вам... Запускать смысла не вижу. Этот комп отправит. Ну, он же тесты показывал, там все хорошо. Будете сидеть играть, меня вспоминать. Главное, чтобы RGB-подсветка светила, а то, что мне в попу вставили жесткий диск, это мелочи. Чтобы вентиляторы работали. Добрым словом, и вообще, ему будет хорошо. Так что вот, такой авитолог. Наверное, самый ненапряжный за последнее время, хотя казалось бы... Хотя казалось бы, можно было напрячься и сделать тесты этого компьютера и сравнить их с PS5, раз уж это аналог PS5 за 50. Но... Игровой компьютер, да, еще и БУ, еще и до 50 тысяч. Но мне кажется, что сегодня, во всех наших текущих условиях, это офигенный варик вообще для Full HD точно гейминга.
И, конечно, PlayStation в данном случае будет и дороже с дисководом, и вообще звучит уже не так сладко, там это муть с аккаунтами, с оплатой и прочим. Здесь купил, подключил, поставил монитор, мышь, клава. Поехали. В следующий раз, если вы пролайкаете этот ролик, если напишите комментарий, что я тупой, ничего не понимаю, вообще надо было что-то другое собирать, мы, конечно же, будем искать варианты на AMD, как я и сказал. Пока у нас связка известная, привычная и клевая. Спасибо, что посмотрели. Это был Арсений Петров, авитолог и покупка игрового ПК с Авито до 50 тысяч. Веселье. Веселье. Это было очень весело. Это было просто прекрасно.